Медвежушки. Вау. Как твои руки? Нормально. Да. Nice to see you, my friend. Again on the pitch. Got a look? Yeah, again in Russia. Okay. What you can do? Майор Кривец. What you can do? Да, как ты? Москва. Тамайка. Нормально? Нормально. Четыре отжимания от брусьев, пять сгибания рук, бицепс и просто маленький реально. Легко. Я могу поменьше поставить. Да. Я не знаю. Квадраты будут? Ну, не знаю. Как он на камеру работает? Отбора. Real song way better, brother. Yeah, I think. Давай, Тимур, залети. Let's go. Hey, samba ya me ya. Приведение бедра. У тебя такие были. Также опорную ногу контролируем, пятку не отрываем от травы. С другой ноги начинаем. Подготовка подходит как и обычно. Буквально два дня назад была игра. Группа, кто больше времени сыграл, у них восстановление, кто мало, того чуть-чуть поднагрузили. Игра с Краснодаром особенная для тебя? Ну да, так как воспитанник, вот, провел очень много времени в клубе. Хочется показывать себя, во что я вырос, чего добился. Из моего года там никого не осталось. Вот ребята в других клубах. У них и иностранцы довольно-таки квалифицированные футболисты, быстрые. Вот, будет тяжелая игра, поэтому готовимся, настраиваемся. В прошлом году Краснодар едва не стал чемпионом. Как ты думаешь, за счет чего эта команда такого успеха добилась? Да, трудно расценивать, вот, и психологическая составляющая была, там три команды, вот, претендовали на первое место. Это футбол, поэтому здесь расценивать, рассуждать, за счет чего, тяжело на самом деле. Мы отталкиваемся от себя, от своей игры, от своего настроя. Хорошо работаем в тренировочном процессе, вот, и побеждаем на поле. Надо сохранять эту традицию, тенденцию и двигаться дальше. Впервые вызвали в сборную. На тренировке узнал, тренировка закончилась и уже сказали. Ну, конечно, приятно мальчишке из деревни попасть в национальную сборную, поэтому рад. Я зациклен на игре, придет время, тренерский штаб сборной объявит окончательный список. Вот, как бы больше был сосредоточен на играх. Ну, надо сейчас в первую очередь правильно подойти к игре с Краснодаром, а потом уже какое у нас настроение там будет, зависит от игры. Набрали, штрафной шагом по линии ворот и обратно. Шаг, да?
Да нельзя залазить, стой. Да почему? У тебя вообще что? Нельзя залазить. Два-два. Ты достал залазить, тебе сказали нельзя залазить. Мы договорились не залазить, он залазит. Брат, отвечаю. Прошлую базару нет, эту я перед игрой сказал, что хорошо, залазить. Да. Какой счет? Со 4. До скольки? До скольки? До 11. Ты можешь себе подбить вот здесь. Извини, извини, извини. Раньше нет, посоветуй. Нет. Давай. А почему? Все, до разницы, два же мы играем. Но один он ведет. Да. Барабанная дробь. Давай еще один раз. Да, брат, я в ноги попаду. Контрольный, контрольный. Давай, идем ты. А? Чего ты соскочил? Брат, у меня игра послезавтра, куда вы? Какой хитрый. Са. Да не трогай его, у него игра послезавтра.